Хочешь покупать крутые игры по самым низким ценам? ProGamer – лучший магазин для тебя! GTA 5, Assassin's Creed, Minecraft лицуха и многое другое! Все это ты найдешь на самом лучшем магазине ProGamer! Загляни в описание! Амшалям-шалям-шалям! Всем привет, с вами Гений 3000. Вы, наверное, спросите меня, почему гений? Потому что просто посмотрите на этот замечательный штатив. Вот вам фоточка. И вы сейчас все такие: чё? Где ты вообще находишься? Я сейчас нахожусь в отеле в Дубае и снимаю прямо сейчас этот ролик. Моя камера держится на лампочке, и она вот-вот упадет. Ну да ладно. В общем, сегодня мы с тобой попытаемся узнать, насколько я умен. Давно я не проходил тесты на IQ. Возможно, никогда. Ну да ладно. Решай головоломки, тряси, гладь, крути свой телефон. Это точно тест на IQ? Трясти, гладить, крутить. Окей. Первый уровень. Лопни шарик. Так, мне нужно просто тыкнуть на него. В смысле? Отвечай неверно, ты теряешь жизнь. Используй подсказки. Как мне лопнуть этот шарик? Давай попробуем использовать подсказку. Первая подсказка. Дает намек на решение. Нажимай на насос, пока шарик не лопнет. Ну, после этого я точно тупой. Так, ладно, нажимаем на насос. Готово. Мы с тобой выполнили первое задание. И вы, наверное, спросите меня, почему ты держишь микрофон в руках? Как вы думаете? Потому что позже забыл взять стойку для микрофона. Ну ладно, в целом неплохо. Я удобно устроился. Добавь кетчуп к картошке. Так, мне нужно просто нажать на кетчуп? Только и всего. Как добавить кетчуп к картошке? Ладно. Вторая подсказка объясняет, как пройти уровень. Потряси телефон 3 раза. О, получилось! Много кетчупа не бывает, поэтому трясем дальше. Давай, давай! Ты все сделал верно. Ура, я получил 1000 очков. Изи пизи лаймон сквизи. Соревнуйся с друзьями и другими игроками. Вперед! Ежедневный бонус. Нужно с тобой собрать 5 монеточек. И начинаем с первого уровня. В какую сторону едет автобус? О, ненавижу, ненавижу это. Ну, скорее всего, вправо. Ну, вправо, то есть автобус сейчас отзеркален, значит, он едет влево. И я был прав. Но это была простая загадка. Поскольку дверцы автобуса находятся с обратной стороны, то автобус, скорее всего, едет влево. Двери с другой стороны, автобус едет влево, да. Тут также написали, что я думаю. 1000 монеточек, подарочек. Так, это что, все что ли? Первый уровень такой простой? Ладно, идем ко второму уровню. Молодец, Ваня теперь позади. Расскажи другу и получи 5 монет. Да мне пофиг на этого чувака. Я даже не знаю, кто это, я с ним не соревнуюсь. Друзья на уровне 2. Пригласить? Нет, спасибо, у меня нет друзей. Сколько здесь колес? Одно колесо, 2 колеса, 3, 4. 4 колеса. В смысле? 12, 6, 9? Чего, простите? О, нужно нажать на свинку. Так, нажму на свинку. Тряси, тряси копилку. Тряси копилку. Тряси копилку. Доставай деньги с копилки. Вау. Итого я получил целых 66 монет. Забрать награду. Ну, в смысле, как здесь может быть 6 колес? Объясните мне. Одно колесо, 2 колеса, 3 колеса, 4 колеса здесь. А, может быть, внутри колеса еще считаются? Я не знаю. Скорее всего, здесь 12 колес, тогда уж. Как бы тот цвет, который внутри, потом идет следующий цвет, потом идет следующий цвет и еще один цвет. 4, 4, 12, 16. Нет. Ладно, пусть будет 9. Я угадал? Как здесь? Колеса умеют прятаться. Что? Что? Я бы никогда до этого не додумался. Неужели вы думаете, что у меня столь высокий IQ? Нет, я же вообще этот... Бубень. Супер! Ты обогнал 2 друзей. Расскажи им и получи 10 монет. Да мне пофиг. Мне пофиг. 3-й уровень. Такс. Заклей дырку в колесе заплаткой. Может быть, нужно как-то повертеть, я не знаю. Потрясти или просто нажать. Нет? Неправильно? В смысле? Давай-ка я потрясу. Переверну. Переверну телефон. Буду вертеть его в разные стороны. Может быть... Хопа! Нет. Я сейчас выглядел как идиот. Ладно, давай мы с тобой получим подсказку. Перенеси слово «заплатка» на дырку в колесе.
О, боже мой! Это было настолько тонко! Меня так затроллили! Решение бывает прямо в задании. Не, ну, я этого не знал. Я думал, что нужно как-то потрясти телефон. Окей. Будем с тобой мыслить более масштабно. Встряска — лучшее средство против сна. Угу. Ну, давай-ка встряхнемся. Эй, чё? Как я выполнил это задание? Чё? Какое число за бараном? 16, 06, 68, 88... тут есть цифра 6, тут есть 0,6. Я не знаю, в чем разница. Что там баран говорит? Может быть, я могу подвинуть этого барана как-нибудь в бок, нет? Да ты еще бегаешь. Так, 8,8, 9,9. Может быть, перевернуть нужно? О, боже мой! Я знаю, что там за число. 68, 88. Получается 87. Мне нужно было просто перевернуть телефон. 78 нужно написать. Окей. 78. Мы уже с тобой близки. Окей. Неправильно? 87. Мне казалось, что это будет 87 число. Окей. Я не знаю. Давай-ка мы возьмем подсказку. Ответ 87. Числовой ряд 87, 88, 89, 90, 91. Так, ну, я же вроде так и ответил. Может быть, мне нужно поменять числа местами? 87... А, может быть, тут нужно было написать 87? О, боже мой, как я тупанул! IQ 0 у меня, чуваки, IQ 0! Это один из тестов на поступление в первый класс в Китае. Не, ну я как бы ответил правильно, но вроде как и неправильно, так что это не считается. Вижу, ты освоился, я припас для тебя особое задание, смотри. Так, уровень номер 6. Хорошо, идем дальше. Какую оценку заслуживает эта игра? Двойка, двойка. Это что, было особое задание? Реклама плюс оценка игры? Фермер постоянно хочет, чтобы я рассказал что-то своим друзьям. Ты думаешь, мне есть что скрывать? Останови драку. Так, как можно остановить драку? Нажать на паузу. А драки-то здесь нет. В смысле, сено подвинуть? Баранов отодвинуть? Нет, так нельзя. Тогда другого барана. Куда-нибудь вот сюда. Нет, неправильно, я уже две жизни потратил. Так, ладно, нажму на копилку. Получу халявные деньги. Ты тряси, тряси смартфон. Ты тряси, тряси смартфон. Это, знаете, ребят, это что-то из разряда Troll Face Quest'а. То есть безумно сложно. Безумно сложно понять, что здесь происходит. Как остановить драку? Подвинуть сено. Сдвинуть поле. Я не знаю, перевернуть, скинуть этих баранов куда-то. Как можно остановить драку? Свернуть, что ли, назад? Ладно, использую подсказку. Одновременно нажми на баранов и уведи одного вверх, другого вниз. О, нет! У меня в другой руке микрофон, вы понимаете? Ну, типа... Все. Нет, не получилось. Да отстой! Я жизни потратил. Просто полный отстой. Назад на 5 уровней? Да ну в баню! Ладно, чуваки... Сколько вы загадок решили? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я безумно глупый, тесты на IQ не для меня, особенно на мобилках. Ну а на этом мой ролик подходит к концу. Ставь свой лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписан, и увидимся с тобой в следующих видео. Adios. Playtime.